Приветствую всех постоянных зрителей и гостей моего канала. Добро пожаловать, вы на канале про восстановление. Самодельный хаммер собрал деревенский кулибин и мастер на все руки Александр Воробьев. Вездеход скомпонован из запчастей и узлов от советских грузовых автомобилей военного назначения. Данный вездеход больше похож на железного монстра на больших тракторных колесах. Создавался он под названием «Хаммер». Название, конечно, больше шуточное, потому что все узлы и агрегаты исключительно отечественного производства, отличного советского качества. Для постройки использовались запчасти от грузовых автомобилей армейского назначения. Таким образом, рама заимствована от ГАЗ-66 «Шишига», кабина тоже, двигатель ЗИЛ-131, колеса от трактора К-701, ободрыши, то есть верхний слой корда с них снят, ободран, и они облегчены порядка на 30%. Мосты ГАЗ-66 отлично справляются с нагрузкой. Кунг самодельный тоже собран из разных автомобилей. Проходимость вездехода бесспорно лучше, чем у заокеанского брата Хаммера. Автор ездит на нем на рыбалку и охоту с друзьями. На нем ничего не страшно, везде пролезет и пройдет. В кабине ГАЗ-66 стало больше места, потому что мотор вынесли под капот вперед. В Кунге тоже довольно просторно и на рыбалку можно остаться с ночевкой, но опасаясь при этом капризов непогоды. Давайте рассмотрим его со всех сторон. Болото, вода, грязь – этому вездеходу нипочем. Вот такой гигантский, необычный, самодельный вездеход собрал Александр Воробьев. Односельчане прозвали машину «Русский Хаммер». Спасибо за внимание, оставляйте ваши комментарии, пожелания под этим видео. Давайте поблагодарим автора данной самоделки лайком и напишем пару хороших комментариев под этим видео. До скорых встреч!